такой буреломчик иду. Буреломчик такой, что то ли пройдешь, то ли не пройдешь. Как в сказочном лесу. В сказку попал. Вот такой вот буреломчик. И сегодня 3 ноября, второй день охоты. Ходим сегодня вместе с другом, с Романом. Зайчика видели, стреляли, ну далековато тоже поднялся. Надо выбираться отсюда. Образом. Так, наверное, съемочку прекращаю. Всем пока-пока. Вот съем. Охотники. Не попадется, отдыхаем же. Правильно, дышим воздух. Набираемся сил на трудовой неделе. Собачка с нами. Хорошо сегодня бегает речка. Всем охотникам удачи. Говорят, ни пуха, ни пера. Сейчас заходим в зону, где должен быть. Выключаюсь. Вот это скромный охотничий скарб. Так мы на привале оливье. Вот моя жена сделала. И моего друга тоже оливье. Главное, не сговаривались, девочки. А вот так вот молодцы. Угодили мужьям. Вот так вот, ребята, на природе оно всегда приятно покушать после трудного охотничьего дня.